Здравствуйте, друзья! В преддверии Хэллоуина я решил поднять наше хэллоуинское настроение такой игрой, как Custom Quest. Это первая его версия, но я думаю, Хэллоуин он и 3 года назад Хэллоуин, и 10 лет вперед тоже Хэллоуин. Вперед! Дети в разных костюмчиках бегают. О, маленькие зомби. Это будет круто. Дети, я понимаю, что сложно привыкнуть к новому незнакомому городу, но сегодня Хэллоуин, поэтому, пожалуйста, идите гулять и заведите новых друзей. Мама, Хэллоуин не связан с дружбой. Он про ужас. И конфеты. Молодец, Рональд. Это способ показать миру настоящую себя. Наивная девочка. Что же, если вы не найдете новых друзей, помните, что вашим лучшим другом будет ваш брат или сестра. Фу, бяка. Поэтому вы должны быть вместе. Или вас накажут. Я тоже так всегда говорю. Ни за что, я не пойду гулять с моим младшим братом. Ты лишь на 10 минут старше меня, я больше потому что гордится здесь. Да-бе! В общем, они устроили потасовку. Без драки, я тоже всегда так говорю. Похоже, мне придется назначить одного из вас главным, чтобы не было драки. О-о-о! Кто же будет первым? Обычно зануда девочка, а мы сделаем занудой мальчика. Рейнольд, это твоя ночь. Извини, мам, но мне казалось, что ты на меня надеешься. Твои уши работают, сестричка. Плохо, 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 плохо. Хорошо, вот план. Выходим наружу, хватаем сладости, возвращаемся друг с другом и говорим. Отличный план. Но! Тишина. Здесь не демократия. Это закон Хэллоуина. Все, что я хочу сегодня от тебя услышать, сладости. Но! Будь сзади, чтобы мне не пришлось смотреть на тебя. Как это по-братски, да? Как это унизительно! Не стани! Сладости или гадости? Ох, какой ужас. Эй-эй-эй, это Хэллоуин, а не... Я собрался отдать весь этот мешок следующим детишкам, постучавшимся в дверь, но этот костюм... Вот, держи этот счастливый детический мармел... В общем, мне понравился наш мешок. Ой, наш костюм, наш мешок. Я знал, что твой дурацкий костюм помешает мне коледовать. Не понравилась лисичка ему. Откуда ты знаешь, что это не твой костюм? Возможно, в следующем доме ненавидят роботов и любят мусор. То есть конфеты. Значит, если погасли все лампочки в доме, то мы уже не можем стучаться и собирать там сладости. Эй, посмотри, в этом доме горят огни, значит, кто-то дома. Пойдем туда. Let's rock! Очень настораживает. Мне нравится этот дом. А тебе? Эй! Куда ты пошла? Ты разрушаешь мою репутацию. Нельзя, чтобы люди видели меня с тобой в грязном костюме. Ну, значит, я получу больше конфет. Какая самоуверенная девочка. Ток-ток-ток. Смерть пришла, сладость или гадость? Убирайся, человек. Я занят поисками. Конфеты? Что? Типа это настоящий монстр. Матерь божья, иди сюда, огромная говорящая конфета. Отпусти меня, я не конфета! Это настоящий... О, это просто замечательно. Настоящая нормальная реакция. Какой-то парень захотел сбежать с нашей сестрой. Что за... Я сказал, откройся! Я сказал, проваливай! А у меня есть конфета! У меня есть приказ. Ни один гоблин не пройдет, пока все дома не очистятся, а конфет не очистят. Но это особая конфета, она огромная, волнистая. Отпусти меня, лягушка! Вы это слышали? Не умоляю, должен не услышать. Хорошо, перебрось это для исследования. Какого исследования, господи? Скажи, на уме ли, что это у нас газ из пятого отдела, ладно? Газ! Пока, сестра. Все, что было в сестре, теперь на асфальте. Эй, Газ! Только мне можно кидать сестру? О, тебе не стоило это видеть. Теперь нам придется расправиться друг с другом. Хорошо, что ты всего лишь человек. С удовольствием. Меня бесит надоедливые люди и монстры, пытающиеся испортить мой Хэллоуин. Пришла пора показать, как мы это делаем. Там, откуда я родом. Из Техаса. Да? Та-та-да! Whoa!
мы теперь робот. Тан-тан-тан. А он просто гоблин с дубиной. Т-т-т-т-т. Вы попали в сражение. Победите монстров, чтобы получить опыт, конфеты и прочие награды. Нажмите Е для использования основной атаки. Залп ракет. Ну окей. Оу, oh, yeah. Мы смогли это сделать. Но no! Мы не сблокировали. Yeah! Лови-ка этот кулак. Здесь нужно еще разные кнопки нажимать. Каждый костюм имеет особые силы. Накапливайте во время битвы ваши особые силы. Готово. И можете использовать. Нажмите Q для залпа ракет. Конечно. Activation! Все, мы разнесли этого гоблина в пух и прах. Бегу! А теперь я просто человек. Оу, ты кто? Ты же обычный ребенок в костюме, так? Ну и ладно, я обожаю Хэллоуин. Эй, вы не видели здесь низкого, тупого, невероятно некрасивого гоблина? Мне надо это искать. Ха, в одном нормальном мире все тупые надоедливые, и именно ты сейчас назойливый дядь. Теперь исчезла, пока мне не пришлось заставлять тебя это... Блин! Как быстро здесь все. О, нет. Он забрал мой костюм. О, нет. Да я порылся, и медленнее сделать нельзя титры. Так что... Смиритесь с моим скоростным чтением. What? У меня есть квесты. Найдите материалы для костюма. Это ясно. Эта ведьма украла наш костюм. Теперь у нас есть ведерко, типа пакетик. Ой. А, мы выбиваем конфеты из тыкв. Круто. И из мусорки, конечно. Ну где же им еще лежать для детишек на настоящий? Оу, какая-то большая конфета. Мое ведерко лучше всех на свете. Но оно не ведерко даже, а просто-напросто... Оу. Не знаю, можно ли нам туда попасть? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Мне нравятся конфеты на Хэллоуин, выпадающие из мусорных ведер. Это... Ой, что это такое? Вы нашли гроб с сокровищами. Никогда не знаю, что может быть внутри. Вы получили... Блин. Ага, картонная коробка. Необходимый основной элемент костюма робота. Интересно, кто положил ее в этот гроб? Никогда не знаешь. Никогда не знаешь, друзья. Найдите три материала для костюма, чтобы завершить костюм. У нас есть только один. Коробочка. Еще один. Ящик. Здесь туалетная бумага. Вы получили материал костюма. Алюминиевая фольга. Тоже офигенная вещь. О, я вижу еще один ящик. Ящик типа гроба. Тем временем я яростно расправляюсь с мусорными пакетами, добывая из них сладости годичной давности. Та-та-тан! Ботиночки! Роликовые коньки. Все? Мы собрали все? Ей! Теперь мы робот, да? Нашли материалы для костюма. Мое ведерко. Устрашающее. Воу! Здравствуй, здравствуй, гоблин! Эй, зачем ты сделал это? Просто выполняй приказы. Дитя! Что ты сделал с моей сестрой? Ища Диада. Прости, у меня нет времени на болтовню. У нас полный... Плотный график. Плотный график! Ты не станешь поставлять всю ночь... Около урн... Что? Около урн проводить всю ночь не будешь? Нет, не буду. Теперь мы можем пройти наверх, наверное. Уу! О-хо-хо-хо! Мы можем... прыгать. И это потрясающе. Квест пройден? Что мы сделали? Ну, в общем, мы собрали костюм. О, дети-зомби. Извините, мне пора коледовать. Неправильно! Мы заправляем всем в городе. На 30% больше сборов конфет под нашим руководством. Отлично. А, вы... Я спасу тебя. Отпустите его. Эй! Заканчивай, я не хулиган. Это просто костюм. Отпусти его. Эй, в этом городе я хулиган. Не кради мою работу. Я запишу это на ваш счет. Запиши. И ты запиши. На тебе еще банкой. И ты банкой. И ты пачком. Я вас знаю, кто я. Ага, значит, мы типа туда пройти пока не можем. Но нам надо идти...
О, что это такое, конфетка? Иди к папе, конфетка. А вот тут и сундучок. А, как мне туда попасть? Ладно, сейчас придумаю. Вау, кто-то повесил учительницу. У-е! У-е! О, не, где нам обойти-то, чтобы попасть куда надо? Это господин полицейский? Или просто тетя-урод? Мне нужно пройти. Монстры унесли мою сестру за эти ворота. Извини, малыш, дорога перекрыта из-за ДТП. Врунья! Толстая врунья! Я ждал такого Трэвиса, но не от тебя. Привет, если ты не против. Назад, если не хочешь получить проклятие. Ага, чудо кулаков на тебя. Привет, не мог бы ты отойти в сторонку? Отойди, или ты окажешься в бинтах. Из-за ран, понимаешь? А не потому, что мы одолжим тебе костюм. Какие вы прекрасные. Извините, мне пора каледовать. Наверное, нам надо все-таки сподраться с этими упрямыми парнишками. Во-во-во-во-во, я разобью тебя как старую тыкву. Это я тебя разобью. Беги. Так, используйте ваше умение ускорения робота для того, чтобы обогнать Тревора. Пошел. И чё? Куда бежать-то? Куда ехать? Куда мы едем? Опа. А, Тревор едет на этом. На скейте, а мы едем на... Ха-ха-ха, ты не уйдешь. Yes, это был прыжок эпичности. И они все обомлели, потому что он был крут, как никогда. Получил! Получил. Тревор или кто-то там был. Трэвис. Слабо. Трэвис, что происходит? Мне снова придется вызвать твоих родителей. Нет, я поймал этих детишек, когда они пытались украсть сладости. Хватит врать, Трэвис, и оставь в покое детишек. Нет, пожалуйста, я буду хорошим мальчиком. Ух ты, вы серьезно? Арестуете его, если он... Блин. Нет, разве Хэллоуин не для того, чтобы пугать детишек, а? Именно для того. И вот мы... Дорога чиста. Пора снести эти большие черные ворота монстров с петель. О май гад. Это было круто. Как тебе это удалось? Это заклинание усталости? Невидимый ледяной вихрь? Не понимаю, о чем думал этот парень. Похоже, он не понимает, насколько быстры роботы. Или как хорошо рыцари могут принимать удар. Ага, у тебя красивый костюм. Подмазывает его, подмазывает под себя. Спасибо, и у тебя хочешь махнемся? Конечно же, не знаю, давай попробуем. Они будут переодеваться прямо тут, на улице? Опа, кто-то станет сейчас роботом. Вот, оба наших костюма невероятно сильны, нам стоит держаться вместе. У меня задание, спасти сестру от... Что с моей озвучкой? Что с моей озвучкой? Уверен, что ты... Это нормальный голос. Уверен, что ты заметил монстров. Я на задании. Пам-парам-па-па-па-пам! Мы получили костюм. Квест выполнен, получили 300 XP. Мне правда нравится твой щит. Спасибо, я сделал его, полагая, что Трэвис будет кидаться камнями, а он стал меня просто бить. Фигня, вопрос. Вот такой щит. И вот они возле ворот, ведущих неизвестно куда. Тут монстр забрал мою сестру. Ладно, ты стой здесь, наблюдай, а я позову ваших родителей. Ни за что, если родители узнают, что монстры украли мою сестру, даже если я любимчик, их не будет волновать, понимаешь? Скорее всего, они нам не поверят. Наверное, в эту дверь я пойду один. Ты идешь? Конечно. Конечно, вот так вот надо было сказать, да. Тук-тук-тук, кто там? Сладость или гадость, ворота. Хватит, гоблин! Ты знаешь, что ворота не открываются, пока все дома не будут очищены от конфет. Нам надо будет пойти почистить дома от конфет. Монстры, вам с этим не уйти. Эй, кто это? Ах, это... Это я, задро... Газ, хватит слоняться вокруг и позови жене. Она сильно беспокоится. Мальчик прикинулся газом. Давайте-ка... Зачистим тут еще что-нибудь. Я прячусь. От кого ты прячешься? Вы нашли меня, я играю в прятки с друзьями. Хотите сыграть? Конечно, если вы найдете всех шестерых, то получите приз. Новый квест добавлен. Бим-бим-бим-бим.
Бим! Найдите всех шестерых детей, прячущихся в каштановых соснах. И потом... можете продать их на органы. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха. Кстати, вот дверь, куда нам надо зайти и сказать... Шмяк-шмяк-шмяк! Жизнь или хомяк? Опять! Гр! Из-за вас я сбился со счета украденных конфет! Опять надо его победить теперь в новом костюме! Вау! Мы крутейший робот. И крутейший рыцарь. А теперь их двое. Он призвал мага на свою сторону. Там-пам-па-па-пам-пам-пам. Давай. Ей! Получил. Ту, о, нет! Мы слабо его ударили, могли сильнее. Что-что-что-что? Нет, не успели. Жмите, жму. Блин. Надеюсь, мы не проиграем эту битву. Атака! Пу-е! Ох, хороший успех, удар. Мы разнесли этого мага. Нет, не то, что я хотел. Теперь мы можем зарядить свою... Выберите члена группы. А потом жмите Shift. Ладно, а потом Space. Супер атака! Да познаешь ты страдание! Shift. Успех. Очень похоже на палку истины, или как там, Соус Парка. Да? Оу, е! Опять успех, мы отбились. Да что ж он такой? Что? Shift. Мы сблокировали очень сильный удар. Сделай еще что-нибудь великое. А, он щит получил. Крутой. Shift. Yes. Получил гоблин. И он разлетелся на множество всяких конфеточек. Мы получили новые предметы. Разумс. Черт, я забыл купить боевых марок у Сэдди, когда был в парке. Нам бы не пригодились. Пригодились бы они нам. Это, наверное, какие-то бафы. Иди сюда, конфетка. Пойдем пошарим еще по домам. Пойдем пошарим. Ящик, yes. И там просто конфеты. Извините, что я сказал просто конфеты. Конечно же, величайшие, прекраснейшие конфеты на всем белом черном свете. Черном свете. Все же Хэллоуин скоро. Сладость или гадость? Похоже, вы последние. Пора выключить свет. Хо-хо-хо. Мы получили массу конфеток. Но я рад, что нам не пришлось сражаться с этим носатым почтальоном Печкиным. О, иди-ка сюда. Ты прячешься? Я хотел конфеты. Я хотел конфеты в волосах, как у черной бороды, но мама запретила. Рад за тебя, рад. Классная была задумка. Что здесь еще? Мусорный пакет? О, приветствую тебя. Франклин, да? Верно? Франклин. Извините, эта рампа не для всех. В частности, вы должны знать пароль. Ох, я узнаю пароль. Я такой пароль узнаю, потом мало не покажется. На этом все, друзья. Продолжение хэллоуинской истории вы увидите в следующем видео. Если вам понравилось, поддержите эту серию лайком. Пока! Увидимся в следующем видео! Как-то так.